Хороший прыжок. Ну, еще легко, еще начало. Темповой сальто и первый задний, согнувшись, просто молодец. А, ну это Новгород объявили, это значит, там самая активная работа, мне так кажется, начиная с Антона Травникова. Крапивина. Ой, Крапивина. Ой-ой-ой, как вот неудачно сейчас подсаживаются ноги у Алины. Как же это ты так? Вот видите как? Обучают, учат, повторяют. Чем объяснить сейчас, скажешь? Ну что ж ты шлепнулась? Ну что ж ты упала-то? И главное, ничего такого необыкновенного не показала, а вот уже все. Уже оценка будет та, которая абсолютно не будет играть за какие-то хорошие места. Держаться, держаться уже до последнего, конечно, хотелось бы. Второе падение здесь у Шклоковой. Под такую эпичную музыку, эпичную, героическую. Немножко, да, немножко тяжеловесно, мне кажется. Но, может быть, не могу. Подустала, вот, наверное, уже и тоже заметно. И она устала, не то слово. И... уже движения такие тяжелые получаются, длинные, растянутые. А теперь я посмотрел невольно на ее возраст, 19 лет. Еще она борется наверняка с весом, потому что девчонок...